Всем здравствуйте! А сегодня я фарширую яйца. Обычные наши куриные яйца. Значит, я отварила 4 штучки яиц. У меня сегодня режиссер мой младшенький. Так, значит, с чем мы будем фаршировать? Это у меня печеночная колбаска домашняя. Я ее уже перемешала со своим домашним майонезом. Сюда я сейчас добавлю желток. Значит, смотрите, как это все делать. Вот 3 яичка отлично почистилось. Видите, хорошо. Одно такое вот. Плохо. Ну, ничего, не страшно. Режем. Ой, какие яички у нас хорошие. Это, кстати, обычные магазины. И вот этот желточек мы выбрасываем сюда к нашим начиночке. Чик. Вот и получаются такие 2 половинки. То есть у нас получится 4 яйца отварили, получится 8 яичек у нас фаршированных. Раз. Все. И так сделаем со всеми яйцами. Скоро Пасочка у нас 16 числа. Будем готовиться к Пасхе. Вот, например, одно из блюд можете себе тоже использовать на заметочку. Такой вот рецептик. Да, сколько будет. Миланчик, не надо, без комментариев твоих. Вкусно. Вкусно, да, будет всегда у нас вкусно. Так, теперь мы что делаем? Берем еще раз вилочкой и все это хорошо размешиваем. Снимай, мой режиссер, оператор. Ой, какой цвет сразу совсем другой. Майонеза много не надо сюда. Да, хороший цвет. Красиво, да? Да. Все, мы это перемешали. Капец, как красиво. А вкусно как. Все, достаточно. Теперь берем маленькую ложечку. Снимай пока тут. Снимай тут, не надо поворачиваться, ну, я ложечку пошла брать. Все, и что мы теперь делаем? Берем нашу половинку и начиняем вот этой вкусняшечкой. Можно побольше. И ложим на тарелочку. На тарелочку ложим вот так. Получается очень красиво. Следующее. Красиво. А вкусно как? Оно не только красиво, оно будет очень-очень вкусно. И, кстати, диетка. Очередной рецепт кремлевской диеты. Вот так. Ого. Вот у нас повод. Начиночки у нас тут хватит. На все эти половинки. Супер. Я вот что-то люблю их в холодном виде. Сейчас яйцо немножко у нас теплое, я люблю, чтобы оно именно с холодильника было. Не знаю, что. Мне так больше нравится холодное. Это как закусочка такая. Перекусик у нас такой. Это печеночная колбаска домашняя, обалденная. Вот рекомендую именно ней фаршировать. Паштет такое дело. Хотя можете паштетом заменить. А ну попробуй начиночку. Сыночек облизал. Супер. На соль нормально, да? Ну, да, одима яичку. Подожди, надо нафаршировать, и дам тебе еще яичко. Видишь как? Заодно и детки будут печеночку в таком виде кушать. Колбаска им чуть ли не заходит печеночная. А так очень зайдет все. Все. Видите, все четко у нас как раз вышло. Колбаски там было. Ну, я немного положила как раз на эти яички. Снимаешь? Ну, вот, видите, как получается. Держи, сейчас последнее яичко еще сделаю. Вот у меня ногтика. Сейчас я доделаю и дам тебе, Миланчик. Так что вот такое вот у нас блюдо вышло. Можете украсить майонезом, зеленью, зеленым луком, чем угодно. Все, всем смачного. Повторяйте, готовьте вместе с нами. Всем пока!